Друзья, всем привет! Я попытаюсь перекричать диванных спецназовцев, которые здесь устроили смотрины того, что я делаю, и объяснить вам пару комбинаций в работе с деревянным манекеном. Не обязательно это должен быть винчун или хунгар. Это может быть как и карате, так и тхэквондо, так и обычная отработка блоковых техник для рукопашного боя или элементарной самообороны. Интересный блок, когда вы выставляете руки вот так вот навстречу противнику, чисто на природном рефлексе. Вы выставили руку, сблокировали его, атакующую руку, ушли с линии атаки, развернув его руку в сторону от себя и нанесли ему один удар, второй удар, третий удар. Точно так же вы делаете с другой стороны, когда вы выбрасываете руку вперед, сблокировав, уносите, наносите один удар, второй, третий, четвертый, сколько угодно, пока он, ваш противник, не свалился. Работая этот блок с другими комбинациями, с другими техниками, можно развить действительно хорошую моторику ваших движений для того, чтобы в будущем, если сложится какая-то нестандартная ситуация на улице или, не знаю, в помещении где-нибудь, чтобы вы могли за себя постоять. Ну вот они за себя постоять уже никогда не смогут, потому что скоро Рождество, и их всех почикают, их всех съедят. Ну а нам с вами остается только тренироваться, работать над своим развитием, совершенствовать наши навыки, ну и, естественно, оставаться всегда с чистой головой, здравым умом, и не поддаваться ни на какие провокации и стараться избегать тех областей, тех тем, которые мы никогда не хотели допускать в свою жизнь. И в силу различных обстоятельств эти темы крутятся вокруг нас. Казалось бы, да-да-да, казалось бы, вот прям подмывает высказаться на эту тему, но в силу ряда обстоятельств многие из нас уже заняли свою прочную позицию в этом отношении. И многие из нас, люди, в том числе и я, с одной стороны, жестко осуждаем, но, увы, сделать ничего не можем. Не можем в силу ряда обстоятельств. Допустим, мы не знаем основную подоплеку всего, что там происходило до этого. И мы не знаем, как среагируют на это все наши знакомые, все наши друзья. То есть, когда я, допустим, высказал свою конкретную позицию по складывающейся ситуации в Украине, я только на одном фейсбуке в течение буквально нескольких дней потерял около 200 человек друзей. Как с одной стороны, так и с другой стороны, потому что, потому что люди считали, что я обязан принять их сторону, я обязан разделить их мнение. Скажу вам, ребята, честно, я не разделяю ничьего мнения, у меня есть свой взгляд на происходящее, у меня есть своя точка зрения. И я надеюсь, так же, как и многие из нас, что скоро все это закончится.